Название на русском. Ладно. Понял. Каждую осень во время грибного сезона Снежана отправлялась в лес по грибы. Из наставлений непокойной бабушки она знала о неком грибном месте, где была лишь ребенком, была лишь в детстве давным-давно. Девушка ей это сопровождение собаки Айды, но затем, как искушенный грибник, она решила поискать добычу в особенно безлюдном месте. С этим красивая лесная зона, при повествовании первого лица присутствуют некоторые телесные мерзости. Окей. Поле 3 ЧБ, угонец, произнесение Эссенджа. Окей. Так, а можно настройки, полный экран? Все, починено. Ну что, так, страна отката, чего? Так, скорость текста обычно нужно чуть побольше, чем по умолчанию стоит. После выборов, переходов, тут выборы перехода. Так, надо будет сделать вот так. И вот так. И вот. Так, я думаю, помощь. Ничего себе. Какие технологии? Вот игра. Начать. Так, нет.
Вот так. Спасибо. Ранняя осень. С чем она ассоциируется? Для кого-то это огород, картошка и желтые листья. Когда в твоем городе ранняя осень — это зеленые листья, на улице все еще тепло и все ездят на море. Почти так говоря. Желтые листья — это прикольно. Для меня же урожай сочных вкусных грибов. Каждый год я собираюсь за ними в лес после обильных дождей. В этот раз я поехала вместе со своей собакой Айдой. Ау. Собака сидела на заднем сидении, иногда натаскивала морду вперед, следя за дорогой вместе со мной. Но не впервые путешествовать вот так. Она вела себя спокойно, послушно в подобных вылазках. Хорошая девочка. В этот раз путь предстоял не близкий. Я планировала наведаться в ту часть леса, которую любила моя покойная бабушка. Игры не видно? Почему не видно? Булпон, привет. Видно же все. Не знаю, у меня все как было. Я ничего не сделала. Единственное, что я сделала, только свернулась. И все. Я ничего не делала. Может быть, этот Twitch что-то не прогрузил. Так у меня все захватывает. У меня окно захватывает, поэтому оно не может ничего другого захватить. И оно именно стоит. Захват окна. Зависло на экране настроек? Не знаю. Можно было так сказать, что зависло что-то, и все. Они не видно, я думала, может, не захватывается что-то. Нужно уточнить. Ну, а все, по идее, все должно было захватываться. Потому что я до этого тоже сворачивалась. В этот раз путь представил не близкий, планировала так. Она с любовью называла его грибным. Давно еще в детстве она и я... Так, сейчас, кстати, как это выглядит? Это вроде нормально. Тут все ок. Мешает. Давно, еще в детстве она, я и дедушка ездили туда по осени. Правда, это было очень много лет назад. К тому же я договорилась с парой друзей, чтобы мы отправились туда вместе. Один отказался прямо накануне. И стоило мне лишь подумать об этом, как зазвонил сотовый. Не останавливаясь, я взяла трубку. Люда, подруга. В скобочках так. Прости, мы сегодня не сможем. Снежа. Я не уверена, но мне просто интересно, а люди, которых зовут Снежана, их правда сокращают до Снежи? Или это авторская? У меня не было ни одной знакомой по имени Снежанна, поэтому я не знаю. Просто выглядит забавно очень. Как? И вы туда же? Как на шашлыке, так давайте. Как в лес за грибами, так все? Понимаешь? Мы просто заняты, правда. Да и грибы я в магазине не куплю. Шашлыки тоже там же можно купить. Ясно все с вами, предатели. Ты не обижайся, пожалуйста. Просто я правда занята. Не обижаюсь. Ах, ладно, я за рулем, так что пока, давай. Я выключила телефон. Из-за разговора я не заметила встречную машину и резко вывернула руль. Игра учит, что нефиг трещать по телефону, пока ты едешь за рулем. Особенно на какой-нибудь трассе. После дождей, и если тут еще всякие повороты резкие. Ну как, не резкие, крутые его. Жигули вернулся и встретился дном с не пойми откуда взявшимся ухабом, так что нас слегка подбросило. Собака испуганно заскулила. «Да куда он по стрижке прет, урод?» «Не волнуйся, Айда, и не по таким кочкам прыгали. По крайней мере, я надеюсь, что из-за этого идиота моя машина не пострадала». Я раздраженно выдохнула, сжала руль, выравнивая автомобиль. «В магазине купят», —
Что он там купит? Шампиньоны? Вешенки? Маринованных опят? На рынке брать нечего. Кто знает, где и как их собирали, да, Айда? Ой. Собака молча посмотрела в зеркало заднего видения. Вида. Дело даже не в этом, боже. Я просто хотела провести время вместе. Давай радио включу, надо отвлечься. Бан ничебе. Ладно, шучу. Старой дедушкиной тройки не было. Что-то громко. В старой дедушкиной тройке не было магнитолы, поэтому я всегда возила с собой, с собой радио на батарейках. Старомодно, пожалуй, но меня это вполне устраивало. Так мы продолжили путь, слушая различные хиты. Билана, Максима, даже Тату. В смысле, даже Тату? Тату, по-моему, в этом списке лучше. Ну, по заказу прозвучала любимая песня Земфиры. Тоже неплохо. Затем под песню «Ресницы». Ну, по ресницам и взлетай. Я завернула к нужному месту. И как мне не хотелось заслушать братьев Гримм, я выключила радио. Ну вот мы и на месте. Вставай, Эда. Собака навострила черные ушки и радостно высунула язык. Она бодро выпрыгнула из машины, как только я открыла дверь. Взяв ведро с ножиком, я вышла следом. Живописное место, леса... Леса почти всегда имеют шарм, особенно если никто еще не разбросал в нем бутылки и фантики. Как ни странно, чисто, хотя дорога и покрышка, зачем-то висящая на ветке сосны, уже говорили, здесь был человек. Я подозвала собаку, повела ее в чащу. Пролетай уже. Спасибо. Я могла бы оставить Айду дома, но с другой стороны, мне жалко запирать ее без необходимости. Все же из-за моей работы она и так терпеливо ждет меня с 8 до 8. К тому же ходить по лесу одной опасно, а вместе с Айдой я чувствую себя в безопасности. Прошли довольно глубоко. Серое светлое небо лишь слегка прикрывалось кронами деревьев. Я думаю, они просто взяли фотки всякие разные и наложили ЧБ-фильтр. Все, ладно, не была неделя. Позволительно. Собака то и дело крутилась вокруг меня, то пыталась взять чей-то след. И в новый раз, похоже, увидев белку, прижималась лапой к дереву и начала ее негромко тявкать. Айда веселилась на свежем воздухе, как могла, но я старалась далеко не отпускать ее. Душисто пахло осенью, грибами и сосновой корой. Прохладно, влажный и просторный лес. Между подлесками должны были ждать своего часа кучки грибов. Однако пока мы встретили лишь парочку боровиков да один мухомор. Как странно. Я думала, тут должно быть полно грибов. Но, видимо, я не одна так думала, когда решила зайти дальше обычного. Я с грустью посмотрела на кучку свежесрезанных ножек. Может, мы дальше что-то найдем? Айда, ко мне. Аф. Досадно. Это было мое любимое место. Это было любимое место бабушки. Помню, как в детстве мы ходили здесь, спасались прок. То ли климат изменился, то ли мы поздно пришли. Кажется, тут уже кто-то побывал до нас. Я стояла, чтобы срезать пару найденных маслят, но даже так дно ведра едва ли покрылось моими находками. Собака встала и стояла сдаль, виляя пушистым хвостом. Я вслед за ней кинула взгляд в ту сторону. Так и есть. Тут уже просто кто-то был. Странно, что я не заметила ни одной машины. Но, возможно, она просто стояла далее за поворотом. Похоже, делать нам нечего. Все рано или поздно меняется. Я вздохнула, меланхолично вспоминая о том, как в детстве ходила здесь вместе с единственной родней. Прогнав дурные мысли, я применила Айду к себе и прислала ее за ушками и потрепала по голове. Ничего, я так просто не сдамся. Раз уж поехали, будем искать до конца, пока ведро не наполнится. Айда по-доброму, но не понимающе посмотрела на меня, вытащив розовый язык.
Собака нагулялась, уже хочет домой, а ты ее еще куда-то тащишь дальше. И правда, что бы я ни сказала, это ведь всего лишь собака. Она поедет со мной куда угодно. Да нет. Так мы двинулись обратно почти ни с чем. Дойдя до машины, я поставила ведро назад, перед сиденьем достала из сумки припасы. Дорога заняла у нас полтора часа, и побродить мы успели порядочно, так что проголодались. Для Айды я вытащила произвольную миску из пластикового контейнера, налила для нее воды и дала немного сухого корма. Сама же с бутербродом во рту принялась осматривать дорожный атлас. Я разложила его на капоте, изучая маршрут. Было не так много вариантов, но я надеялась заметить хоть какую-то узкую тропку, которую вряд ли не знал местный. Возле деревни останавливаться смысла не было никакого. По-любому, они уже собрали все, что могли в ближайшем лесу. Я все еще не собиралась сдаваться, я не желала думать, что весь этот путь был проделан зря. Прогулка с собакой тоже хорошо, но... Тоже хорошо, но все же хотелось вернуться не с пустыми руками. Рыжики, маслята, боровики, волнушки, опята, лисички, если повезет, подосиновики и грузия. Что ж, можно поехать просто вперед, а там посмотрим. Я вдруг почувствовала, что кто-то меня трогает за штанину. Это Айда тыкалась носом. Она уже доела и просто ждала, когда мы снова двинемся в путь. Я погладила собаку. Если не будет машины, останемся там и начнем искать, верно? Да. Айда, место. Я впустила питомца в салон, где она расположилась на сиденье и послушно прилегла, ожидая меня. Затрахтел мотор, и мы двинулись дальше, вновь по шоссе. Я щелкнула радио, заодно посмотрев на показатели бензина. Еще надолго хватит. Не думаю, что мы будем долго мотаться. Знаешь, Людка, наверное, думает, раз я все равно поехала, ей что-то привезу. Ха-ха, вот и нет. А вот надо было со мной. Ах, шучу. Я ведь могу не за просто так, верно? Сашки и Женьки тоже. Эх, всегда как веселиться все за, а как делом заняться, так все заняты. Краем глаза я смотрела на Айду через зеркало. Собака смирно лежала, поднимая морду всякий раз, когда щелкала коробка передач, или я обращалась к ней. Привычка разговаривать с собакой должна быть не совсем нормальная, но кроме нее у меня больше нет семьи. В смысле, не совсем нормальная. Все разговаривают со своими питомцами. Те, кто не разговаривает со своими питомцами, наверное, бездушные какие-то. Но Айда хороший собеседник. В всяком случае, она не может ответить мне гадостью. Откуда ты знаешь? Мы сегодня поздно вернемся. Но все в порядке, да? Я просто хочу походить с грибами. Даже в том полупустом лесу я нашла вон сколько. Это уже далеко не дело выгоды, а дело чести. Ради спортивного интереса, так сказать. Заберемся поглубже в лес, в котором нет людей. Где еще, скорее всего, пропадет зона. У тебя не будет никакой связи с внешним миром. И только собака, которая вряд ли много чего сделает по ее размерам. Судя по ее размерам. Еще у тебя только ведро грибов с собой. Вскоре машины с вами перестали встречаться, а лес становился гуще. Я знала, что на одном повороте будет деревня, а на другом путь в соседний город. Но чего точно не ожидала, как заприметить необычную дорогу. Вот, все началось. Привет, Сапш. Если что, ты особо ничего не пропустил. Нашу героиню кинули все друзья, они поехали с ней по грибы, поэтому она поехала со своей собакой Айдой. Они заехали в место, которое очень любила ее бабушка покойная. Нашли там практически нифига, поэтому она решила поехать куда-нибудь подальше, и вот мы наткнулись на какую-то трассу, которую она не помнит. Что-то новое. Обсуждая таких друзей. Ну, одни там накануне сказали, мы заняты, другая там, она уже едет и звонит, говорит: Снежанна, сорян, я тут очень занята, ну и грибы, если что, я в магазине куплю, проблема вообще. Снежанна такая: Людка, предатель.
Не привезу тебе ничего вообще, все. В общем, да. Это все, что было сейчас. Считаю, что новелла маленькая и короткая. Это нормально. Кстати, вот 20 минут. Развод по-итальянски, да. 20 минут мы изучали, как она вот это вот едет. Трасса из бетонных плит, долго спускаешься, будто с горы, она терялась между деревьев. Самое главное, вокруг никого. Все, нашла грибное место себе. Тропа уже поросла травой между щелей. Это был бурьян, не тронутый колесами. Вот она. Сдав назад, я завернула. Но чтобы наверняка, решила проехать глубже. Место поистине дикое. Несмотря на бетонную дорогу, здесь давно никого не было. Возможно, так лишь казалось. Но именно сейчас я чувствовала, что меня ждет крупная добыча. По-моему, звучит подозрительно, если там вполне себе неплохая бетонная дорога, по которой никто не ездит. Даже Айда из любопытства встала и почти прижалась носом к стеклу. Она виляла хвостом, видимо, разделяя мою радость. Как вдруг радио забарахлило, начав издавать странные затухающие звуки. Все, вот, вот, началось все. У нее еще связи не будет и... Вот, да. Собака лает. Айда начала облаивать его. Черт, я вырубила радио. Тише, Айда, должно быть, батарейка села. Приехали, называется. Призраки-маньяки, наверное, я не знаю точно. В описании не было, там было только то, что начинается вот это, начнется вот это вот в этом месте. Сейчас еще у нее на телефоне не должно быть связи. Надеюсь, здесь просто сигнал плохой. Лучше бы не надеялась, что сигнал плохой. Лучше бы испугалась и поехала обратно. Приведя дух и успокоив собаку, я наконец припарковалась, чтобы не оставлять машину посреди дороги. Возможно, в этом не было никакого смысла, и я сделала это по привычке. Все же место и правда нелюдимое. Лучше бы на этом месте. Айда уже не терпелась. Она царапала лапой дверь до тех пор, пока я не упустила ее. Собака тут же стала обходить место, у которого мы остановились. Я смотрелась вглубь. Густой лес словно танцевал и извивался, а кронами прикрывал небо так, что создавал внутри себя тень. По описанию, почти как танцующий лес у нас на косе. Он там вообще весь перекрученный. Прикольно очень. Влага и пахло гораздо сильнее. Ну, глубь леса. Больше листвы. Больше сырости. Никаких признаков, что кто-то здесь ходил до меня. Никаких дурацких покрышек, указателей и странного мусора. Похоже, здесь и правда никого нет. Впрочем, далековато мы забрели, Айда. До ближайшей деревни, до города, всего. Да, думаю, порядочно. Мастер-грибник. Я решила сверить с атласом. Обнаружила, что этой тропы нет на карте. Странно, дорога есть, а на карте ее нет. Ладно, видимо, это была какая-то временная дорога, и она уже никуда не ведет. Вновь вооружившись ведром и ножом, я шагнула в чащу. По коже пробежал холодок. Я поймала маленькую, но так... Какую противную неоднозначную мысль. Я здесь одна. Вдохнув поглубже, я постаралась приободриться. Одна. И что? Какие дикие звери тут есть? Я и заходить далеко не буду. Да-да-да-да-да, знаем мы вас. А раз одна, то и людям неоткуда взяться. Да, Айда. Ты же со мной, а значит, все хорошо. Та-та-та-та-та. Собака, услышав свое имя, повернулась ко мне и радостно виляла хвостом. Я двигалась спокойно, а следовательно, мне нечего бояться. Лишь с этой мыслью я облегченно вздохнула и двинулась дальше. Ну, пока спокойно. Ну, и она уже радио тебя облаяла. Давно я не видела подобных лесов. Под густой сенью, в духоте и прохладе кучковались подлески и заросли дикой несъедобной ягоды. Стволы плелись и заворачивались, словно в танце. Я прошла всего ничего, но Айда уже обнюхивала пень, заросшая пятами. Присмотревшись к кустам и изогнутым корням деревьев, я заметила боровики и лисички. И все же, глядя на это место, само собой вспомнилась недавняя передача с ТНТ про аномальные зоны.
на ТНТ есть передачи про аномальные зоны. Там не только есть битвы экстрасенсов и всякая комедия, там еще есть что-то про аномалию. Про аномалию, типа, реальные передачи. Я думала, это РЕН-ТВ. Фишка. Хотя, да, битвы экстрасенсов это есть развлекательная. Глупости, аномальные зоны. Здесь-то им откуда взято? Откуда взяться? Просто лес чудой, ничего такого. И память я не успела, как уже заполнила ведро до половины. Сейчас на теории, но проверять я, конечно, не буду. Не, можно загуглить. Не обязательно смотреть это все. Я вообще не знаю, когда ТНТ последний раз включала. А, хотя не-не-не, стоп. У меня семья, когда холостяка включала посмотреть. По последнему. То потом они смотрели уже по какому-то отдельному. По-моему, приложение только именно включали. Само шоу. Что там еще происходит, не знаю. Там просто обещали какого-то супер-мега-крутого жениха и все прочее. Это они зашли посмотреть, потом поржать. Что там происходило? Помнится, не успела, как заполнила рода половина. Однако мне все еще хотелось исследовать это место. Вали оттуда, блин. Здесь было тихо, даже мои шаги и шершание листьев терялось между ветками. Ни звери, ни птицы. Но пока это меня не беспокоило. Посмотри, есть ли у тебя связь на телефоне. Если нет, то вали оттуда. А это вдруг замерла, задрав уши, прислушалась. Как вдруг она помчалась куда-то в плотные кусты. Айда, Айда, ко мне! Да что с ней? Зайц увидела. Я ускорила шаг, чтобы нагнать собаку. Если ты никого не слышала, то... Вероятно, там не было зайца. Не сразу, но Айда вернулась, держа нечто в зубах. Трухлявое, твердое и влажное. Эй, нельзя убегать, поняла? Нельзя. Что это у тебя? Я забрала у собаки предмет. Пах он старой... старой резиной и черноземом. По форме напоминал калошу. Обычную калошу, которую надевали на обувь, чтобы та не промокла. Правда, Айда принесла только кусок от нее. Значит, тут уже кто-то был. И как давно? Я бросила калошу в кусты и отряхнула руку о штанину. Собака уже было бросилась за ней, словно заброшенной игрушкой. Но я строго прикрикнула. Айда, нельзя! Ко мне! Собака уже остановилась и уставилась на меня так, словно обиделась. Но все же послушалась и подошла обратно. Блин, если бы хотя бы какие-то звуки были на фоне, и не только в такие моменты, вообще даже когда обычное писание было приятнее. Там, не знаю, шум леса бы добавили какой-нибудь. Было бы больше погружения, по-моему. И комфортнее читать. Я почесала ее за ухом. Не надо тут всякую гадость подбирать. Ладно, похоже, мы можем зайти дальше, да, малышка? Если здесь и был кто-то, то очень давно. Хотя там может... А, да, бюджета тут и нет. Их за неделю делали это для джема. Это типа как конкурса, такой челленджа. Может быть, там уже есть обновленная версия. Я это скачивала, когда... Месяц назад, наверное, скачивала. Или когда я там болела. Я скачивала. Может, там уже обдавили. Ну, нет, просто всякие звуки леса, оно все у бесплатной библиотеки есть. Мне кажется, можно было добавить тоже. Я говорю, может, добавили потом какую-то новую версию. Ну, или даже как на будущее. Так, ладно, похоже, мы можем зайти дальше, да, малышка? Если здесь и был кто-то, то очень давно. Думаю, раз тут и правда столько всего, я сделаю это место своим грибным. Как тебе такое, а? А, может, мы найдем здесь что-то интересное? Ну-ка. Я достала боровик из ведра и дала собаке принюхаться. Странно, наверное, пытаться заставить ее искать грибы, как какую-то трюфельную свинку. Но я решила попробовать. Главное, героиня какое-то странное понятие про собак. Она считает, что они какие-то очень глупые, по-моему. Айда едва не решила, что я скармливаю ей это так, что вовремя убрала руку. Эй, нет, нюхай, ищи, ищи. Собака, не понимая, что уставилась на гриб, потом на меня и жалостью проскулила.
Ну давай ищи, помогай. Айда снова начала обнюхивать гриб, затем все-таки пустила нос в поникшую траву и опавшие сосновые иголки. Она побродила немного, принюхиваясь. Затем завиляла хвостом и повела меня. Какая ты умница. Умница, Айда. Мы стали спускаться по пологому склону, обходя крутую часть холма. У пути я нашла еще пару боровиков, но собака и не думала ждать меня. Она привела меня к бугру у подножья ветвистой ели между папоротниками. Тот был усыпан белыми грибами, образуя эдакий полукруглый силуэт. Но пока я потянулась срезать их, наткнулась пальцами на тонкие нити. Похоже на мицелий. Разросшиеся мягкие нити и бело-серая масса, покрывшая лишайники и мох, схожая с плесенью. Вроде гриб целый, стрежек, а дома хорошенько помою. Взяв за шляпку, я нечаянно оторвала ножку от почвы, вырвав с куском мицелия некоторое количество мха. Под ним я увидела что-то бледно-желтое. Подумав, что это просто корни, я продолжила срезать все целые грибы одним за другим. Я думаю, это не просто корни. Я не разбираюсь в грибах от слова вообще, но я думаю, это не просто корни. И по мере того, как я подбиралась ближе к самым дальним грибам, я все больше залезла под бугор. Под ногами что-то хрустнуло, не как ветка. Да и на камни это было не похоже, хрустнуло характерно. На миг мне показалось, что я залезла на что-то живое. Я подскочила. Потревоженное место оголило желтоватые продолговатые кости. Чувствуя холодок, подобравшийся к спине, я разворошила это место ногой. По самым ха, покрытые частично лишайником почвы между корневищем и мицелием, открылись поначалу ребра, а затем хребет. Я бы на твоем месте взяла собаку и валила бы отсюда уже. Да-да. Обратилась бы в какую-нибудь там, не знаю, полицию, МЧС или прочее, сказала бы, я гуляла по лесу, я нашла кости, надо что-то с этим сделать, вали. Но нет, она же будет тут ходить и дальше что-то искать. Этого было достаточно, чтобы убийца передо мной лежал чей-то скелет, или, по крайней мере, его часть. Черепа я нигде и не видела. Еще лучше. Айда подошла посмотреть, что я творю. Она тут же обратила внимание на кости, понюхала и стала рычать. Что-то ей не понравилось. Ну да, это мертвые кости человека. Там еще, наверное, что-то. Тише, тише. Это должно быть просто какой-то зверь. Барсук там или кабан. Я сомневаюсь. Я потянула собаку ближе к себе. Если здесь лежит кабан, кто с ним расправился? Здесь бродят хищники? Отступая назад, я наткнулась ногой на что-то еще более инородное и мягкое, чем кости. Калоша. Вторая целая калоша. Да, это кабан был. Определенно, это был кабан. Все кабаны носят калоши, все это знают. Вторая целая калоша похожа на ту, что приносила Айда, разве что целая. Айда, пошли отсюда. Я попятилась. Мне хотелось верить, что это просто кабан или любое другое животное. Тикая с места. Да. Тикая оттуда. Но все не отпускала мысль. А что если человек? Ты нашла две калоши. И нашла кости. Я даже не знаю. Наверное, это все-таки кабан. Я попыталась мыслить логически. Самый главный вывод, который я смогла сделать, он здесь давно. К тому же мы никого здесь не видели. Значит, ничто мне не грозит. Точно. Ой. Ты же не знаешь, как он умер и когда, может быть, его кости обглодали. Не факт, что он здесь давно. Не можешь меня труп убить? Ай, да? Похоже, у собаки было сомнение. Она снова принюхивалась. Вали оттуда просто. Как говорил Задорнов, тут тупые, да? Да-да-да-да-да. О, да. Судя по ее поведению, Айда нашла еще какой-то след.
Я не стала ее одергивать и просто пошла следом. Айда привела меня к оврагу. Сперва я обрадовалась, заметив лисичек между кустами. Ты серьезно? Однако я не успела подойти, как собака вновь беспокойно торчала и залаяла куда-то вниз. Так. Я сейчас просто немножко перемещалась и пыталась понять, если на экране что-то интересное, вдруг мне что-то освечивает. Но вроде бы ничего нет интересного. Все просто черно-белое. И поэтому сложно сказать. Ну, это вроде просто камень там. Окей. Я, испугавшись, что та сейчас сигоня, сцепилась в ее ошейник. Я не буду пытаться даже. Я не хорошо лаю. Я мяукаю лучше. Собака, в общем, лаяла очень громко. Айда, нельзя! Цыц! Айда! Собака рыча смотрела куда-то вниз. Сложно было назвать это обычным оврагом. Не до конца ясно, чем именно он был заполнен. Там и ветки, какие-то тряпки, и все заросло травой да грибами. Ядовитыми семейками уселись они по периметру. Картинка реанимается. Что-то произошло, да? Я не знаю просто. Я могу сделать вот так. Просто я не знаю. Что-то, похоже, зависает. Ну, она, похоже, не хочет захватываться как окно. Как нормальное, порядочное вот это вот. Поэтому, да. Я не могу это посмотреть никак. У меня нет второго экрана. Точнее, я могла бы на лупу поставить, у меня это лень. Будет захват через рабочий стол. Ну, я через рабочий стол сделала просто захват тогда. Через окно. И вот это обновление было только когда вот я летабылась. Сейчас вернемся. Кривой захват просто у игры, похоже. Это норма. Так. Там и вет... Так. Музыка... Я не уверена. Тут точно в тему. Присмотревшись, я заметила, что меж травинок проступают кости. Открытое кладбище, сырое, обнаженное. То ли звери, то ли люди валят туда нафиг. Но всякие куски ткани, слевшие обувь и прочие народные для леса предметы намекали, кому принадлежали эти части тел, так плотно укутанные растениями. Мне сейчас вообще прошло в голову, а грибы не растут тут на кладбищах тоже всяких. Ну, в плане на мертвых телах. Возле мертвых тел хорошо. Ну, не обязательно человеческих. Не знаю, почему-то пришло это в голову, как будто я это где-то слышала или видела. Без понятия. Не знаю, почему-то такое вот воспоминание вдруг. Даже так я не понимала, чем это встревожило Айду. Ну, наверное, здесь чем-то пахнет, что ее тревожит. Ну, ты не ощущаешь это запах, потому что у тебя не такое тонкое обоняние. Не стоит нам здесь оставаться. Давай, Айда, пойдем, идем, идем. Я торопила собаку, потянув ее за собой. Айда не стала упираться. И только Вея повела меня проще от этого места, хотя только что так целеустремленно вела меня сюда. Ну, она хотела понять, что там происходит, она почувствовала запах. О, собаке это нормально, пойди проверить. Давай, да пошли, к черту все это. Валите, просто бегом, бегом, бегом. Я набрала почти полное ведро, больше мне не надо. И я не уверена, что грибы, собранные здесь, они очень хороши. И вот это вот, когда она говорила что-то желтое. От этого места тем более.
Неизвестно когда, но здесь что-то случилось. Или это какой-то местный зверь скидывается в рак всякий мусор. Кто? Зачем? Загадка. Да, еще и грибы умудрилась собрать. Она даже когда сюда шла, она увидела сначала грибы, потом только поняла, что ее собака потревожила. Когда грибник головного мозга. Но я боялась получить ответ. Мне лишь хотелось теперь поскорее сесть в машину. Там лисички где-то. Собрать лисички. Найди связь, позвони, скажи, что тут что-то происходит. Я взяла айду машину и поставила ведро у переднего сиденья. Хватит с меня, пора сваливать. Я даже в ментовку звонить не буду, в смысле не будешь. Да и как ему объяснить, куда я ехала и какого черта я здесь делал? Нет уж, у тебя полное ведро грибов. У тебя есть друзья, которым ты можешь позвонить, и они скажут, что вы собирались по грибы, но они тебя кинули, и ты одна поехала. Они в курсе, что ты едешь за грибами, что ты можешь к ним обратиться. Скажешь, и вот я увидела дорогу. Ух ты, куча грибов, собрала грибов. Пошла дальше, у меня собака почувствовала. Я нашла какое-то кладбище. Помогите. Мне очень страшно, я не понимаю, что делать. Наша игра немножко неразумна. Притворись, что ничего не видела. Я завела мотор, нажала сцепление и заглохла. Я попыталась снова. Мы даже тронуться не успели, как ноги заглохли с характерным шумом. А, нет, почему сейчас? Потому что ты заехала в такое место. Мне пришлось выйти, чтобы осмотреть машину. Я подняла капот и почувствовала резкий запах. От мотора поднимался дымок. Даже проработав буквально пару минут, он нагрелся слишком сильно. Приехали. Я же все проверяла утром. Я обошла машину, заметила следы течи. Масляная дорожка была еле видна между травами, но отчетливо отпечаталась на бледном бетоне. Прекрасно, чертова развалюха. У меня все еще было немного моторного масла в багажнике. Как я думала. Однако я решила подождать, пока машина не остынет, и потом уже пытаться понять, что произошло. Ну, вообще, по идее, да, хорошо, если дать машине остыть, потом уже все остальное делать. Чтобы ничего не рвануло, наверное. Внутри даже. Не всякие там супер-мега-глюзкие взрывы, а даже если там внутри что-нибудь. Взрываться будет нехорошо. Собака осталась на меня через стекло и заскулила. Она просилась ко мне. Похоже, мы остаемся здесь еще на какое-то время. Я открыла дверь, но собака лишь оставилась на меня непонимающим взглядом. Я не понимаю, что ты хочешь. Она хочет отсюда уехать. Машина сломалась. Если я не вернусь домой вовремя, придется звонить начальнице. Точно. Ты только сейчас догадалась? Я достала свой серый сотовый телефон и позвонила знакомому. Однако спустя пару гудков монотонный женский голос оповестил. Уважаемый абонент, вы находитесь вне зоны доступа сети. Вы находитесь вне зоны доступа сети. Так, если ты находишься вне зоны, то тебе тоже об этом говорят? Я просто не могу позвонить, если я вне зоны доступа. Мне вообще не дают такой возможности. И только если абонент именно кому-то звонишь вне зоны, тогда оповещают. У нас просто ты не можешь позвонить никуда. Замечательно, просто зашибись. Мобильник не ловит, машина сломалась. Я раздраженно вздохнула, пытаясь успокоить нервы, чтобы не швырнуть этот телефон на землю. Небо уже затягивали сумерки, солнце клонилось к горизонту, и лес все темнел. И в лесу, пожалуй, было теплее, чем здесь, на бетонной тропе. Сейчас, когда вечерняя прохлада коснулась меня, я почувствовала разницу. Была мысль идти с шоссе, но стоять ночью ловить кого-то бесполезно и, пожалуй, опасно. Стоять в лесу не опасно. Вечереет, ладно. Как раз с утра пораньше починим это корыто и поедем домой. Я дала собаке немного воды и стала обустраивать наш дорожный ночлег. Мне не нравилась мысль, что придется спать здесь, напротив темного глухого леса, в котором валялись чьи-то кости. Но сейчас я не могла ничего с этим поделать. Айда и я забрались внутрь под плед. Так греет друг друга, мы вскоре уснули. Привет, Гордон. Гордон Шумбай. Не знаю, когда именно меня сморило, виновата ли была дорога или стресс. Но помню, что у меня был спокойный сон без картинок. Так,
Я думаю, после этого должен начаться хоррор уже, прям хоррор все-таки. Давайте. Пока я вдруг не услышала, как кто-то или что-то царапается в дверь изнутри. Ай, да ты чего? Я сонно приподнялась и смотрелась. А, это всего лишь ты? Что такое? Можно разговор не пройти? Хорошо. Собака не прекращала проситься наружу. В туалет хочешь? Я посмотрела в окно. Вокруг нас лишь густая темнота с некоторыми проблесками темно-синего неба, вглядывающего из-за туч. А фонарика у тебя тоже с собой нет, да? Ты не предположила, что может что-то такое случиться, и тебе нужно будет... Ну, что-то такое, да? Там аптечка, фонарик, ну, плед взяли, вроде бы немного еды тоже у вас было, но, мне кажется, можно было взять побольше на всякий случай. Там, не знаю, что-нибудь еще полезное. Ты же в лес идешь. Тут всякое может случиться. Аптека, фонарь. Вместе с тем глухая тишина и поскуливание Айды. Хорошо, хорошо, я поняла. Сейчас кое-как я выпрямилась, чтобы встать. Я достала из бардачка фонарик. Нет, фонарик все-таки у нее есть. А затем открыла дверь для питомца. Она выскочила наружу, и затем я последовала ее примеру. Некоторое время спустя я ожидала ее возле машины, выслеживая фонариком то, где она бродила. Я, кстати, не уверен, но мне кажется, даже если ты едешь в лес, лучше собаку на поводке держать, нет? Чтобы она куда-то не убежала, или там что-нибудь такого не случилось. Или если вдруг будет животное, чтобы сдержать... Ну, там, какие-нибудь дикие животные лесные, чтобы сдержать, и чтобы никуда не кинулось, и ничего не произошло. А не просто отпускать. Ни в кармане не завалялось тоже. Не знаю, сейчас проверим. Ну, вообще, у нас есть грибочки. Может быть, там есть какие-нибудь лекарственные грибы? Мы как раз какие-то подозрительные срезали. Далеко не уходя. Ночью холод пробирал глубже. Я посильнее укуталась в куртку. Услышав странные звуки стороны чаще, похожие на хруст веток, я посветила предполагаемое направление. Но свет лишь встретился с несколькими изогнутыми стволами. Никого. Верхушки с черных сосен покачнулись от ветра. И вновь раздался приглушенный треск шуршания. Всего лишь ветер. Ах, все равно не по себе. Что там? Вдруг там волк? Или здоровенный кабан? А что если лось? Эти грибы лекарственные есть, веселящие. Ну да. Посмотрим, какие мы собрали. Потому что мы... Там, короче, мы шли. Была... я забыла, как называется фигня. Какие-то тонкие нити мицелий, по-моему. Какой-то мицелий был над белыми грибами. И когда она срезала эти белые грибы, ну, она сначала случайно один гриб она выдернула вместе с корнем, и под ним что-то было желтое. Что-то желтое было. Она подумала, что, ну, это может быть куски корней, все прочее, и начала дальше нормально, спокойно срезать. Но я думаю, что-то не так с этими грибами. Кажется, это на самом деле грибок. Знаете, потому что все это... Даже того. Кто знает, может быть. А что, если лось? Мне кажется, лось это не самое страшное. Вот кабан и волк это страшно. Мне кажется, даже кабан страшнее, чем волк. Волки просто так, я думаю, не нападают. Насколько я знаю. А кабаны вроде бы агрессивные создания. Чем дольше я размышляла о ночных звуках, тем сильнее накручивалась. Каждый непрошенный шум отдавался в груди холодком. Лось тоже далеко не мирный. Ну, не знаю. Я просто лосей не встречала. Хотя, в принципе, я и всех остальных тоже не встречала, Женя. Но я слышала больше про них. Не, я знаю, что лоси довольно опасные. Но, мне кажется, он не такой агрессивный. Если его не трогать. Айда, Айда, ко мне. Давай, иди скорее. Иди скорее сюда.
Я позвала еще раз. И еще. Тишина в ответ надавливала на горло. Было страшно лишний раз тревожить ее. Айда? Я стала себя сделать пару шагов. Уже не агрессивно надо бывает, если держать дистанцию. Ну, на самом деле, со всеми нужно держать дистанцию. Я так думаю, на самом деле, самые агрессивные кабаны это, которые кабаны матери. Хотя, в принципе, все вот эти самки-мамы еще не агрессивные. Но вот, не знаю, кабаны меня пугают больше из этого списка. Айна. Шелест противоположной стороны заставил меня вздрогнуть. Но вот свет фонаря осветил наивную собачью морду. Аф! Я чуть не упала, испытав включение. Эта проказница стояла передо мной, радостно виляя хвостом, как ни в чем не бывало. Боже, Айда, ты меня напугала. Что ты там так долго делала? Все, давай машину, давай, залезай. Мне кажется, она что-то нашла, раскапывала. Или закапывала, наоборот. Я заставила Айду забраться в машину и сделала это вслед за ней. Это мать детенышем, не будет чуть-чуть если... Да. Даже если вроде бы детям ничего не угрожает иногда. Но матери так кажется. То это, считай, F. Вообще в любом... Ну, я имею в виду... Любого вида. Существо. Неважно. Там птица, животное, человек. Хотя человек это еще условно, там разные бывают. Я заставила Айду забраться в машину и сделать след за ней. От собаки пахло ночным лесом, холодом и сыростью. А еще она успела где-то испачкать лапы. Я говорю, она что-то копала. Но ничего не попишешь. Ни мне, ни ей здесь нигде не умыться. Пришлось смириться. Насколько бы Айда ни была грязной, я все равно люблю ее такой, так же, как и она меня. Музыка, мне кажется, иногда реально немного... Не в тему запихано, по ощущениям. Мне кажется, монотонные всякие там шум леса, вот эти всякие, такое более простое. И где-то, может быть, страшный момент и начиналось. Такая нарастающая музыка, какой-нибудь амбиент, было бы круче. А вот такую музыку можно было бы в самом начале, когда она предавалась спинаниям. Ну, это мое мнение. Где же гулящих? Что сваливать? Да. А детенышей лучше вообще сваливать сразу. Я так думаю, что можно походить только если мать разрешит, по сути. Но это и то, это скорее работает скорее не кошками и собаками. Если тебе собака доверяет, или кошка, тогда она позволит тебе приблизиться к своим детям. Не уверен, как с другими животными работает. Там, наверное, только если ты какой-нибудь, не знаю, заповедник работаешь, или что-то того. В зоопарке. Тогда нормально будет. В дикой природе явно нет. Я накинула на нас плед, обняла ее, фонарик выключила. И все же, после этой ночной прогулки сон не шел вовсе. Никогда, если ты не бросила эту мысль. Ну, я говорю, если собака доверяет. Ну, имею в виду. Собака, кошка, какое-нибудь еще там животное. Если достаточно доверяет. Казалось, что в любой момент в окно заклянет нечто. Давай, давай загляни. Сбери ее уже. А может, я просто его не вижу? Вдруг там уже стоит что-то и поглощает меня взглядом бездонных пустых глаз. Она определенно бы состояла из костей, мха и плесени. А я говорила, надо валить. Прям как-то находка неизвестного происхождения.
От этих мыслей я жмурилась и уткнулась носом в теплую шерсть. Я еще никогда не была в подобной ситуации. Одна возле леса. Одна. Напавшая бессонница не отпускала, мне осталось просто ждать зари. Я посмотрела на часы в мобильном. 3 часа ночи. Значит, скоро будет светать. Надо всего лишь потерпеть. Я все еще слышала треск и странный шум со стороны леса. Возможно, начался ветер и просто качал ветками, свистел меж стволов. Хотела заткнуть уши, вырубиться. Я пыталась думать о хорошем. В конце концов, я открыла игру-змейку на сотовом. А у тебя батареи достаточно? Тебе еще нужно будет утром позвонить и сказать, что с тобой все хорошо. Или там, не знаю, зарядка какая-нибудь переносная есть. Или от чего зарядиться. Он еще был, как будто магнитола. Сачки. А у нее нет магнитолы. В этом прикол. Это немного раньше. Это машина ее дедушки старая. Здесь нет магнитолы, поэтому она с собой возит радио перевозное. И когда они сюда заехали, радио начало шуметь помехи. Поэтому она его вырубила. Она как раз, мы сюда ехали, мы слушали, ну, этого, конечно, не играла, но там был Билан, Тату, Земфира, Максим. И приехали мы под ресницы. Братьев Гримм. Там тоже какой-то музончик включили. Такой дух-дух-дух. Бесплатный. Ты какой век? Знаешь ли ты вдоль ночных дорог? Я думаю, это здесь, может быть, нулевые, если есть сотовый телефон уже. Мне кажется, это 2000-е. Если она на старой машине ездит, и у нее ничего особо такого. Это позволило мне хоть немного отвлечься. И вот так по чуть-чуть я ждала наступления рассвета. Мне было необходимо уже встать и пойти осмотреть машину, нужно было пойти найти течь, наполнить канистру маслом, пытаться доехать до шоссе. Вероятно, когда я наехала на яму, повредила что-то в машине. И сотовый тогда у девочки тоже, наверное, не то, хоть старая. Нет, сотовый у нее есть, а машина, это очень-очень старая машина, я так поняла. Деда уже нет. Ей тоже достаточно лет. Может быть, магнитола была, но ее он куда-то дел. Тут не уточняется. Просто сказано, что нету. Я так понимаю, кажется, это еще Жигули тут упоминалось. По-моему, это Жигули. И в ней нет магнитола. Но, возможно, это автор упустил. Вместе с коммунизмом машина выжила. Ну, я не знаю, может быть, это упущение автора. Что вопрос немного не изучен, и вот такой пробел. Даже с той же магнитолой. Просто я тоже не совсем понимаю, какой это год. По описанию не очень понятно, потому что вроде бы как будто бы звучит современно, потому что есть сотовый и... Что такое, не знаю... Сотовые нормальные связи и все прочее. Но она ездит на старой очень машине. И у нее есть радио переносное. Хотя она говорит, типа, это старомодно, но ей нравится. Но в машине еще нет магнитолы. И почему-то она ездит на старинной древней машине своего деда. Так. И, по идее, тоже хорошие нормальные магазины. Начало нулевых, похоже. Ну да, я тоже думаю, что может быть так. То есть немного сложно. Но мне кажется, все равно можно было уже машину как-то обновить или еще что-то сделать. Конечно, понимаю память и все прочее, но... Ну, вроде бы она работает. Можно было бы починить, если что-то не так. Что по ее отзывам с машиной что-то не так немного сразу было. Главное, чтобы кроме этого больше не было никаких проблем. Наконец небо начало светлеть. Солнце окрашивало небесную дымку, но свет терялся в тумане и плотных облаках. Я
Я достал запасы, ничего особенного, моих бутербродов вовсе не было, остались лишь вода и собачий корм. Когда человек не предусматривает ситуацию, что может что-то плохое случиться, и лучше взять немного больше еды. Особенно, если ты идешь в лес. Даже если ты опытный, там какой-нибудь грибник или... Хотя она неопытный. Она ей просто это нравится явно. Оставив завтрак для Айды, я вышла и тут же наступила в лужу. Нос ударил синтетический запах. Какой? Чатик, может кто-нибудь мне помочь с этим запахом? Звучит прикольно. Подскажите, пожалуйста, синтетический запах это как? Я просто нечего могу представить. Не, ну, сложно. Это как запах чего? Есть какие-нибудь предположения? Или просто подскажите? Ну, вот, чтоб понять. Пластик? А. Понятно. Просто понятие сложно. Цельное. Поняла. Короче, какой-то из таких запахов. Просто проще, когда говорится именно на запах чего похоже конкретно, а не про синтетический запах, то, я так понимаю, вообще спектр всего, может быть. Поэтому как-то сложно немного понять, что именно почувствовала. От осознания ситуации меня буквально затрясло. Твою мать, быть не может. Это как я должна была пробить дно? Кинулась проверять уровень моторного масла. Нетушительный результат заставил меня кинуться в багажник за бутылкой. Однако теперь в нос ударил запах бензина. Как я не заметила этого в салоне. Так, тут, похоже, прям вообще феерия запахов у нее. Она не заметила, как она раздолбала машину. А знаете что, чат? Знаете, в чем урок? Не трещите по телефону, пока вы едете на дороге. Либо, может быть, включайте громкую связь, но это тоже не очень хорошо. Лучше остановиться, поговорить или... Не знаю, быстро ответить. По громкой связи быстро ответить, что ты за рулем. И не можешь разговаривать. Если там только что-то очень важное, срочное, там, не знаю, кому-то плохо и нужно ехать куда-то. Приподняв кожух, я увидела еще одну течь. Вот чего точно не ожидала, так это подстава от бензобака. Шланг приказала долго жить. А если бы мы уехали раньше, я думаю, все было бы лучше. Хоть крутая вечеринка, села, грибы, всякие вещи, еще и газ осталось. Позвать Люси устроить крутую пати. Ну, вместо Люси у нас есть Айда, наша собака. Хотя я думаю, она не понимает, что происходит. И смотрит на нас как на чокнутую сейчас. Хотя она там что-то копала, определенно. Кто знает. Я думаю, что может быть удастся доехать до шоссе. Бутылка моторного масла была подозрительно легкой, а там ничего нет. Не поняла, как-то я все равно не желала оставаться в этом лесу еще дольше, поэтому просто вылила все, что осталось на дне бутылки, в емкость и села за руль. Она не могла случайно перепутать бутылку с маслом в каком-нибудь там, не знаю, бреду или еще что-нибудь и выпить? Так пришла мысль в голову. Меня свои изменила. Похожие грибы, как сейчас. Рано я радовалась, когда мотор завелся, и вроде как я тронулась. Жигули не поддавался. Лениво протрахтел метр, снова заглох. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Чайно я ударялся и сила по гудку, перепугав Айду. Как же она орет! Собака заскулила и прижалась ко дну. Ты пешком уже иди к трассе. Да что ты будешь делать с этой рухлядью? Заводись! Да не заведется оно уже, блин. Ответ тишина. Я прижала ладони к лицу и простонала.
Просто, короче, забери свои вещи, нахер эти грибы, иди пешочком к дороге и найди все-таки машину. Я думаю, конечно, понятно, что это тоже опасно, но все-таки, может, тебя кто-то нормальный подберет, или у тебя связь появится, и ты можешь позвонить кому-нибудь и сказать, что у тебя вот проблема. Да за что? Сдались мне эти грибы, идиотка. Она признала. Через зеркало я взглянула на свою перепуганную девочку. Прости. Я повернулась с ней и погладила по голове. Мы здесь застряли, но я придумаю что-нибудь. А пока мне бы поесть точно. Приготовлю свою добычу, а? Чем ты ее помоешь? Я боюсь спросить. К несчастью, большинство веток, что я находила, оказывалось слишком сырыми. Должно быть из-за тумана. Превратили в хоррор-комедию. Да это легко делать на самом деле. Многие хорроры идут там подсознательно, они как достаточно комедийные из-за того, что ты понимаешь, что персонаж ведет себя глупо. Поэтому тебе становится смешно даже. Поэтому на самом деле мне нравится смотреть хоррор. И часто веселый. Я сродила произвольный костер из наивных слоней, тряпки, газеты и части атласа. Нанизала несколько грибов на палку и слегка их почистив, стала жарить. Жили рядом ни одного водоема, все грязное. Надеюсь, не отравлюсь ими или просто потому, что не помыла. Черт. Я испытывала омерзение, грязные руки, лицо, волосы, грязная еда. Воды слишком мало, чтобы тратить ее на умывание. Я была похожа на чертика из табакерки, хотя провела здесь всего день. Наконец, когда грибы приготовились, я принялась уминать их, пытаясь убедить себя, что костер из всякого мусора и моторного масла убил всех микробов. Да, он убил всех микробов. Я тебе отвечаю. Давай, пролетай уже. Спасибо. Десять утра. Еще они так рано летают? Уже второй. Вкус всего этого оказался специфический. То да, я подозреваю, да. Но желудок уже сильно ныл и подсасывал, чтобы не наполнить его хоть чем-то. А еще я не заметила, как Айда взяла и наглую утащила пару грибов за другой готовой порции, что я сделала себе впрок. Дура, брось как. Сама это жрешь. Фу, Айда. Фу, Айда, я не думала, что ты будешь есть это. Ну вот, надеюсь, тебе плохо не будет. Нам и так проблем хватает. Да. Ох, умна. Умна героиня. Знаешь что? Надо дойти до шоссе пешком, поймать машину и говорить нас подцепить. Ты это догадалась только сейчас, да? Смотрите, у нее появилась разумная мысль. Ура! Если допрут до деревни, уже хорошо. В крайнем случае вызовем эвакуатор, а там, глядишь, и сеть, даже сеть поймаю. Я придала мне уверенности. Да, я должна двигаться дальше. Слезами горы не помоешь. И чем дальше я здесь пребывала, тем страшнее и страннее казался этот лес, загадочнее дорога, забытая всем миром. Перекусив, я взяла с собой бутылку воды и мобильный, и вместе с Айдой двинулась в густой туман, что все еще не хотел расходиться. Мы шли в обратную сторону. Его мозги прочистились. Вероятно. Можно искать следы маслом. Да, похоже, я прилично проехала с убитым дном. Надо было остановиться сразу, как тряхануло. Точно, мы до грибного места еще не доехали. Далеко. Ой, как далеко заехали. Рассуждения слегка расслабляли. Я говорила вслух, прекрасно сознавая, что Айда, следовавшая за мной, не ответит мне ничего, кроме гав. Мы шли подозрительно долго. А ты точно в ту сторону шла сейчас, а? И тебе не казался след от масла. Ты точно в ту сторону идешь, женщина? Я взглянула на экран сотового. Странно. Долго как-то. А сколько глубоко я заехала? О, машина. Посреди тумана я разглядела силуэт. Растянула губы в улыбке, я прибавила шаг. Айда и вовсе затрусила вперед. Она сейчас по кругу прошла, да?
Но чем ближе я подходила, тем чётче становилась картинка. Да! Это была моя собственная машина! Старая дедушкина тройка одиноко стояла на обочине. Поражённая открытием, я стала озираться. Паника захватила меня. Да как же? Мы же шли прямо, прямо и прямо. Не может такого быть! Айда, слыша моё нытьё, подбежала ко мне и начала крутиться, виляя хвостом. Возможно, так она пыталась меня успокоить. Да. Собака потыкалась носом в мою руку. Я погладила ее. Все будет хорошо, Айда. Все будет хорошо. Норма ее штырит, походу, да. Я прям уверена, что ее штырит. Потому что она спала в машине с грибами подозрительными. Очень. Она еще там в лесу, понятно, у нее еще плюс стресс накатил. После этого. Может быть, тут какие-то еще. Блин, как сказать. Может, еще что-то в лесу было, какие-то запахи и прочее тоже, что ему не помогало. Течь оказалась, то есть она всю дорогу это нюхала, по сути, и всю ночь тоже спала. Нет, она даже не спала. Она запах-то машине с грибами и запахом, наверное, не особо заметным бензина и масла сидела. И когда она вышла, она... Может быть, она на контрасте поняла, что запах есть. Потому что снаружи есть еще какие-то другие запахи, а в машине она только один запах чувствовала. Да? Я так понимаю, может сказать, что ты идешь вперед, но ты немножко куда-то там, не знаю, свернул, когда пыталась что-то не обойти или еще где-то, как-то не заметил. В этот раз, чтобы проверить свою теорию, я решила пойти в другую сторону. Я примерно запомнила, сколько мы шли, поэтому просто надеялась зайти хоть куда-то. Туман посветлел, но все еще не думала ходить. Да, еще она и в тумане ходит. Она даже не то чтобы совсем прям в лесу, она получается на дороге рядом с лесом. Но она в тумане ходит, а в тумане тоже легко заблудиться. Слёнулась, ещё не думала ходить, время близилось к полудню, мы пошли четко в противоположную сторону от той, что была до этого. И пока мы шли, мне казалось, что в этот раз нечто движется в тумане. Я останавливалась, взглядывалась, но на месте подозрительной тени оказалось дерево или какой-то куст. Да, и это вела себя спокойнее, когда словно ничего не происходило. Короче, он будет ходить по кругу. Прикольно. Тут не знала. Ну, на самом деле, у любого человека одна нога, короче, другой. Там, совсем на чуть-чуть. Это как и длина рук, например, разная. Потому что тело несимметричное. Там, может быть, даже несколько миллиметров, но разница есть всегда. Так, ну ничего не присняла. А я чем дальше заходила, тем страннее себя чувствовала. Но определенно что-то с тобой не так, если собака ничего не чувствует. Животные на всякие угрозы и опасности реагируют лучше людей. Поэтому да. Значит, на самом деле все хорошо, это что-то с тобой не так. Одиночество беспомощно накатывало с новой силой. Я надеялась, что вот-вот за очередным пролетом бетонной плиты увижу шоссе, однако ты вернулась обратно. Я вновь видела нос своего Жигули, стоя как миленький, будто никуда не уходила. Что за чертовщина? Что налево, что направо, все одно, как? Я осела на землю. Айда притулилась ко мне, успокаивающе тыкаясь носом в куртку. Я взглянула на лес. Не-не-не, туда я точно не пойду. Ни за что. Может, кто-нибудь заметит уже, что я не вернулась? Может, нас найдут? Ай, да что мне делать? Тебе кажется, ты идешь прямо, но реально идешь прямо. Терпуй, хожу не по кругу. Ну, вообще, да. Звучит логично.
Если нет триггеров, то ты теряешься. Я обняла собаку и уткнулась лицом в ее мягкую шерсть. Тише, тише. Все, я не плачу. Найдя себе силы, я встала и подошла к автомобилю. Я не смогла затолкать машину. Я не знаю как, но мы потерялись. И я не пойду в лес. Вдруг мы вовсе заблудимся, уже никто нас не найдет. Да и мы можем бродить там еще дольше. Ни еды, ни воды. У меня ничего нет, кроме чертовой зажигалки и этой развалюхи и ножа. Я пнула тройку по колесу, зачем еще вымещать злобу и отчаяние. У тебя и так машина херова, ты еще ее бьешь. Опа. Это срежало. А. Понятно. Это стревожило Айда настолько, что она зарычала на меня. Что? Чего ты рычишь? Заткнись. Айда пожала хвост и уши. Теперь она смиренно дожидалась, пока весь мой парень выйдет. Ну, на агрессию животные тоже реагируют так. Да и куда ей деться? И куда деться мне? Если она останется, и там будет целый крик, он и даже потихоньку хлопает. Ничего не произойдет, Да. Грибочки на ее месте вырастут, да. Или как там? Учитывая это, что на кладбище как раз грибочки растут. Я снова захотела пить. Прогулка заняла столько времени, что уже наступил обед. Это было то странное чувство, когда весь день прилетает незаметно, но остаток целый такой слодился. Слодился целую вечность. Я достала ведро с грибами, начала их перебирать. Но, на удивление, насекомых оказалось не так много. Это методичное занятие должно было меня отвлечь. Отвлечь от мыслей про кости, про ночные страшные звуки из леса, про тень меж деревьев, про невидимые глаза, пялющиеся на меня, которые ты сама себе уже придумала. А вдруг на меня таращился кто-то даже сейчас, промелькнула мысль. Все, паранойя началась. Руки затряслись, и пока я врезала черви из гриба, цапнула сама себя. Ай, да пошло на все. Главное, микрофон не проглотить. Нам же грибов хватает. Да, я просто очень часто начинаю зевать, когда я читаю очень много. Я стараюсь его отодвигать, чтобы сильно не шумело, но... С гарнитурным это немного неудобно бывает, если хочется воды попить, или зевнуть, или, не знаю, там, чихнуть, покашлять. Ничего. Да, не, все нормально. В конце года как раз должны быть скидки всякие. Я думаю, я как раз себе накоплю на ту самую микрофон, который я хочу. Наконец-то. Не прошло, не пройдет 3 лет, как я его все-таки куплю. Психанов, я оставила свое занятие. Несмотря на жажду, я старалась не притрагиваться к воде лишний раз. Но это становилось невыносимым. Хотелось пить сильнее и сильнее, то ли от досады, то ли от пустоты в желудке. Так. Хотелось пить сильнее и сильнее. Не, ну, по глотку можно делать раз некоторое время, я думаю. Но у меня ощущение, как будто это как признак отравления или типа того. Я все еще надеялась, что туман рассосется. Вдруг я плутала по дороге, которую не заметила сначала. Что если я просто от волнения потерялась, как говорится, в 3 соснах? Но лишний раз уходить не хотелось. Тем временем голос становился нестерпимым, и когда Айда попросила еды, я вовсе сдалась. Запах собачьего корма оказался аппетитнее всего на свете, но я не могла лишить питомицу ее пропитания. Так что я вновь села жарить грибы на костре с сраженным, из чего попала тряпка, пропитанная моторными жидкостями, остатки газет, посушенные палки. Я успела хорошо согреться, пока жарила еду. А тут прямо возле дороги не растет чего-нибудь там? Какие-нибудь ягоды, может быть, хорошие. Хотя, блин, их тоже мыть надо. Такое.
Ну, стоит помыть, я думаю, все-таки. Постепенно я привыкла и представляла, как бы я приготовила это дома. И вновь сумерки опускались незаметно. Будто день короче обычного, а может, это просто я перестала следить за временем. Наполнив желудок, я вновь устроилась внутри машины вместе с Айдой. На всякий случай проверила, нет ли сети. Но по нулям, да и зарядка обещала садиться. Это змейку играла, сидела. В этот раз, если напьет бессонница, мне будет нечем скоротать ее. Завтра телефон сядет вовсе. Чтобы хоть как-то прогнать тревогу и грусть, я включила радио и пыталась ловить волну. Помехи. И вновь странные шумы. Чем дольше я слушалась, тем сильнее мне казалось, что слышу нечто потустороннее. Так. Шумы очень громкие. Вроде так. Так, ты не просто городском житель, который мог выбираться в природу эти в лесу. Ну, она, по идее, я так понимаю, героиня, она в детстве очень много ходила в грибы собирать. Сейчас ей это нравится занятие, она каждую осень, похоже, ездит. Но, похоже, она стала слишком городской. Просто я думаю, что логичнее было бы, даже когда она куда-то дальше решила поехать, я думаю, лучше стоило позвонить и сказать, что, ну, там, не знаю, мало ли что случится, предупредить. Ну, блин, мне кажется, это какие-то такие вещи. Как-то, не знаю, не обозвать это инстинктом самовыживания, но такое приготовиться на всякую ситуацию. Это же лес. Можно здесь было взять побольше еды, побольше воды, теплого, если что-то там нужно будет случиться на все случаи. Потому что это, блин, лес. Еще и отдаленный. Я вытащила антенну через щель в окне. И тут радио. Что-то клевое. Крутые звуки. И тут радио затрещало, завещало так, что волосы стали дыбом. Круто началось. Это было похоже на рев страшного таинственного существа. О, да. Вот это круто. Можно быть городским жителем, если реальность природы вообще все не будет. Ну, похоже, она не особо научена. Или ездила только что-то ближайшее. Собака лает. А это недовольно загавкало, напугав меня еще больше. Я вырубила радио. Да, блин, прикольные звуки были. Бесполезно. Все это бесполезно. Эта хрень разрядилась. Чтоб все это не хотелось заменять батарейки радио теми, что я использую фонарики, нужно было с умом расходовать энергию. Возможно, свет мог бы подарить мне хоть немного спокойствия, но стоит ли светить лишний раз в темноту? Я решила, что это не лучшая идея. Больше всего я боялась увидеть подтверждение моей догадки. Еще никогда я не думала, что тьма может быть настолько страшной. Я постаралась успокоиться и лечь спать пораньше, чтобы скоротать время. Но вдруг раздался стук снаружи. Странный стук. Словно что-то ходило по крыше. Я вжалась в кресло. Внезапно... Подождите, мне просто очень нравится. Так, нужно... Образ. Внезапно отчетливый пятилапый след врезался в стекло. Еще и еще. Они прилипали к стеклу с характерным стуком, а затем исчезали. Странный звук медленно перемещался. Я чуть ли не всем телом почувствовала, как это нечто село прямо над моей головой, продавив крышу. Я прижала Айду к себе. Уходи! Уходи, чтобы ты ни было! Пожалуйста! Вот теперь музыка в тему. Слезы покатились по моим щекам. Я шептала это как мантру, зажмурившись. Помню грибочка, да-да-да. Мы помним, но его звучит, выглядит очень клево все равно. Этого нет. Этого не существует. Я начала драться с шерсти, пряча нос от странного невидимого существа, решившего ощупать автомобиль. Успокаивало лишь то, что она, похоже, не пыталась сломать окна.
Я старался убедить себя, что внутри безопасно. Вдруг мне показалось, что оно начало дергать за ручку. Да-да. Выпустив Айду из рук, я поспешила запереть все на защелке. И все прекратилось. Но страх затуманил мне голову. Холодной волной окатило все тело. Ужас сотрясся изнутри. Айда прыгнула с ноги в лавку, потянулась там Альфой. Может быть. Слушай, она же реально что-то очень долго делала. Может быть, может быть. Нужно убираться немедленно. И пусть прежде чем решиться, я тряслась, чувствуя, как холод пожирает меня изнутри. Существо не возвращалось, и я слегка осмелела. Я скинула плед, схватила фонарик и все же выскочила наружу. Идем. Быстро, иди сюда. Собака никуда не собиралась, она продолжала лежать и смотреть на меня. А собака больше боится, что происходит с хозяйкой, потому что ничего не происходит. А у собаки... у хозяйки паника. Тем временем коленки продолжала трясти, мандраж нарастал. Я будто чувствовала холодные цепи под кожей, словно ледяные призрачные руки. Они норовили опутать меня с головой. У меня нет на это времени. Я подтащила собаку, взяла ее на руки, пошла за светом фонарика, куда глаза глядят. Ой, умна. Ой, кроет. Теперь эти надо заволокла абсолютно все. Лишь мой фонарь давал, что хоть что-то разглядеть. Слезы туманили взгляд, дыхание совсем сбилось. Я не знала, куда идти. Куда я иду. Просто вперед. Ну вот фонарик наткнулся на свистую махину, что зашевелилась щупальцами в полумраке. Треск, хлёкот. Это... Стоп. По-моему, это лось. Вам не кажется, что это лось? Собаки — это типичная ручная мини-собака, которая будет балдеть всего... хозяйка. Не, на самом деле даже маленькие собачки. У меня, например, маленький пес ручной. Если что-то там, не знаю, он на шумы, например, лает. Если что-то слышит, все прочее. К примеру, я, например, что-нибудь не слышу, еще не слышу, он лает, а потом, например, приходит у меня семья домой. Потому что он услышит звук. Поэтому, если животное спокойно, то, скорее всего, все нормально. Причем, если бодрствует, не спит. Мои уши сотрясла какофония звуков. Совсем потеряв смелость, я бегом кинулась обратно к машине, рыдая, словно ребенок. В лесу кто-то был, страшный, кровожадный, убивший тех людей, чьи кости мы нашли в лесу. Ясно, она ее, короче, реально, похоже, очень сильно накрыла, и из-за света, и от этого всего она перепутала лося с чем-то страшным. Хотя лось тоже может быть чем-то страшным, но не настолько. Он погубил бы и меня. Лосины, которые, да-да-да-да-да. Вверх ногами, и вот это вот. Ну, как-то странно. Лось как будто стоит на двух ногах, и у него голова перевернута. Поэтому я решила, что нам надо спрятаться. Только это и крутилось в голове снова и снова. От мысли, как меня или Айду нечто разрывает на части, прошивало холодным потом. Оказавшись снова внутри, я заперла все двери, проверила, закрыты ли окна, чтобы ни одна жуткая тварь не проникла. А пока ты уходила, оно не могло проникнуть. Я задернула шторки перед задним стеклом. Так я могла убедиться, что со спины меня уж точно никто не смотрит. Мы, я и моя собака остались здесь заперти. Маленькой автомобильной коробке, отрезанной от внешнего мира. Ни сотовой, ни радиосвязи. Я не могла никому позвонить и попросить о помощи. Да и как долго нас собирались искать? Страшные вопросы и ни одного ответа. Горло пересохло от пережитого ужаса, и я закашляла. Энда притаилась рядом, мой кашель заставил ее сжаться сиденье. Я задерзала в поисках бутылки, но ничего, кроме пустой сумки и фонарика, не нашла. Как? Как? Неужели я... О, нет, 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 нет! Я забыла ее на капоте. Дура, 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 дура.
Я не знала, как еще себе помочь. Взяла горсть грибов и попыталась выдавить немного жидкости себе на язык. От них уже и не пахло так пряно и приятно, как когда я только-только их собрала. Вероятно, без холодильника в ведре они очень скоро начали портиться. И все же я схватила горсть и заела это немного собачьим корнем. Кормом. Что было не так мерзко. Айда подобралась ближе ко мне и положила свою пушистую голову на колени. Все будет хорошо, пока ты рядом. Снова сон не шел. Я старалась не смотреть наружу, но это было почти невозможно. Она еще не так интересно. Ох. Это, кстати, еще один урок. Не жрите, какие попало грибы, которые вы найдете в лесу, не помыв их. И еще не жарьте их на машинном масле и на костре из мусора. И всегда проверяйте, если с вашей машиной что-то могло быть не так. Особенно если вы налетели на какую-то кочку, а ваша машина очень древняя. Даже если она не очень древняя, все равно лучше приостановиться, проверить, что все в порядке, хотя бы послушать. И не трещите по телефону, когда вы едете на машине. И не забирайтесь куда-то далеко в лес, если у вас нет с собой зарядки дополнительной, слишком много еды, чего-то для чтобы разводить костер, и если никто не знает, что вы уезжаете куда-то еще дальше в лес. И вас никто не может найти там. Хотите, может, еще и с маслицем? Да, с маслицем на мусоре пожарено. Стресс еще она... Просто маслица понюхала. Если вы плохо разбираетесь в грибах, воли не готовьте в шинных химиканах, да, да. Именно так. Навала познавательно. Она учит, что не нужно быть неподготовленным. Ну, короче, нужно... Блин, как-то... Не нужно быть таким глупым и без подготовки и выбираться куда-то. Вот так. Серьезно. Да. А, так, стоп, я не прочитала это, да? Снова сон не шел. Я старалась смотреть наружу, но это было почти невозможно. Я вжималась в кресло, кутаясь в плед. Одиночество навалилось. Хотя бы она плед с собой взяла. Вот это вот. Вот это хорошо. Одиночество навалилось с новой силой. Я старалась не вслушиваться, не вглядываться. Но мозг как будто игрался со мной. Чьи это звуки? Кто бродит вокруг? Какое чудовище захотело нас в этот капкан? А, если что, кстати, игра называется «Заперти». Вдруг кому-то интересно, важно или еще что-то. Я заметила, что не слышно ночных птиц, я не слышала воя волков, только шуршание, треск, гудение. Постепенно мне казалось, будто все мое тело размягчается, тяжелеет. О. Блин, выглядит красиво очень. Словно я прирастаю к сиденью, не могу пошевелиться. О, это похоже конец, кстати. Должно быть, я уснула, но все казалось слишком реальным. Я ощущала, как мое тело остывало, затем пронизывалось иголками со спины. Тысячами тысяч игл. Попытка шевельнуть хоть как-то ни к чему не привела. Меня словно пришило тонкими нитями поверхности. Любое движение давалось с тойной боли, похожей на белый шум. Мне кажется, у нее получается и передоз от этого всего, потому что, ну, я не знаю. Короче, отравление, мне кажется, это больше именно. Отравление плюс вот это вот, потому что непонятно, что жрала, непонятно где, непонятно как. Мне кажется, самое безопасное из всего, что она съела там, это были ее бутерброды в самом начале и собачий корм. Щенка удалась, да. Собака жалко. Я словно взрывалась пальцами в землю, лежа где-то в лесу. Я чувствовала себя на месте того скелета. Может быть, я просто умираю? Что-то рядом зашуршало, а затем мокрое коснулось моей щеки. Я открыла глаза. Айда лизнула, да? И носом уткнулась. Это была Айда. Она разворошила пакет с овощим кормом. Выглянув наружу, я увидела все тот же пейзаж, покрытый серой дымкой. Все было как вчера, но будто темнее. Сколько я спала? Мои глаза и горло словно покрывало песком. Проклятие этого места опутывало и меня. А может, это просто обезвоживание? Ну, это тоже. Отравление, обезвоживание,
Накрыто из веществ различных, запахов и всего такого, стресс, отсутствие еды. Снаружи слишком страшно, чтобы я выходила. А, аптечки у нее, кстати, нет. Вялая Айда лежала рядом и грустно смотрела на меня. Ей так же, как и мне, было плохо, но в отличие от меня, она не могла выпить воды из грибов. Перевернутые лосиные рога, да-да-да. Я попыталась податься вперед. Тело заломило, как будто кости и правда приросли к креслу. Руки едва слушались. Я потянулась к ведру. Мне показалось, что небо... Мне показалось, что небо стало слегка рыжим, может быть. Полис решила не сообщать. Приходы, наверное, уже были. Возможно, но она бы сейчас и не смогла сообщить, потому что у нее связи нет. Но мне кажется, ей нужно было раньше убегать. Она когда первый скелет нашла, мне кажется, нужно ей было уже сразу валить. Ехать или идти пешком, без разницы. Звонить. Говорить, что она там что-то нашла, может быть, там что-то есть еще. Чтобы ее подобрали и все помогли. Но нет, она решила пойти дальше. Так, ну, полицейский тусуется. Ну, полицейский, понятно, нет. Но она сказала, что он даже звонить не собирается. Сделал вид, что ничего не было. Пойду обратно домой. А, короче, что небо стало слегка рыжим. Вот. Уже вечер? Я достала телефон, пыталась его включить, но тщетно. Теперь не осталось надежды на сотовую связь. Ф. Даже времени посмотреть. Ориентироваться по небу не представлялось возможным. Я снова посмотрела на Айду. Бедняжка свернулась калачиком в углу и еле дышала. Ну, блин, ее тоже... У нее, получается, нет воды, нет еды у собаки. Хотя нет, может, немного еды было, сухой корм. Но она тоже надышалась этого всего. Потому что ты костер жгла, и в машине явно запах стоит. Чуть погодя заметила, будто что-то в ее шерсти шевелится. Айда? Эй, дай я тебя осмотрю. Я прикоснулась к ее грязной, но все еще мягкой шерсти и начала перебирать дрожащими пальцами. Где же? Что же? Не понимаю. Поэтому корма сожрала хозяйка. Ну, это тоже, да. Ну, может быть, там чуть-чуть что-то еще оставалось. Она говорила, что... Было сказано, что разворошила пакет. Да, она все доела уже, что оставалось. Пока хозяйка жрала в приходе. Ничего необычного, но я была просто уверена, что должна осмотреть ее. Я решила ощупать живот. И когда я коснулась того места, мне показалось, что я нащупала нечто инородное. Но собака внезапно огрызнулась и цапнула меня за руку. Так. Ай, ай, да больно. Черт, я просто волнуюсь. Вдруг тебе что-то есть? Я смотрела на нее оскаленную морду в руке. Боль в руке запульсировала. Ну, собака этого еще не знает. Тихо. Тихо. Ну, в принципе, на самом деле, да. У собаки выбора не будет, по-моему. Та ли это собака, что весело сопровождала меня все это время? Ай, да бы никогда меня не цапнула. О, нет, никогда. Собака голодная, холодная, грязная, без воды, непонятно где, с непонятными запахами, которые ее нос реально разъедают. И ты думаешь, что Айда бы тебя не цапнула за такое, да? Я смотрела на ту собаку, что лежала сейчас рядом и смотрела на меня, щетинившись. Большие клыки, демонический взгляд, пятна на ее шерсти начали танцевать. Ой, все накрыло. Зло проникло в мое убежище и забрало Айду. Оно жаждало своего часа. Я швырнула в Айду пледом и схватилась за нож. Ой, все накрыло. Вероятно, мне стоило просто вытолкнуть ее наружу, чтобы она не бросилась на меня. Я лишила своего единственного друга. Но когда? Когда ты сюда поехала? На прогулке? А что, если вчера оно вселилось в нее? Параноидальные мысли одна за другой захватывали мой разум. Я все же открыла окно и вытолкнула собаку наружу вместе с пледом. Слезы, словно лезвие, обжигали ледяные щеки. Вообще, я хочу сказать, что собаке, мне кажется, снаружи будет проще выжить, чем внутри, потому что... Вот собака вперед. Мне кажется, собаке будет наружу проще, потому что она может там что-нибудь найти, там, не знаю, кролика даже какого-нибудь, или
просто траву поесть, в принципе. Может быть, найдет воду в луже, хотя бы вот какой-нибудь. Найдет какую-нибудь лужу, попьет оттуда. Это будет уже лучше, чем сидеть в машине и чувствовать запахи и с конченной хозяйкой сидеть. Я за собаку болею. Да-да-да, снаружи нет улыбной хозяйки. Я за собаку болею. Ай, ты прости, прости меня. Я закрутила оконную ручку до предела, пока толкнутое существо лаяло на меня и начинало царапаться дверь. Ну, а она обратно хочет, потому что, блин, ей страшно. Это понятно. Но я говорю, у собаки больше шансов выжить наружу сейчас. Я должна была оставить ее, оставить дома. Теперь ее нет. Я здесь одна. Я зажала уши. Нет, нет, хватит, хватит скулить. Но собака не прекращала. Может, я просто схожу с ума? Айда. Прости, я не могу. Я уже хотела открыть дверь, но страх сковал все тело. Я просто старалась игнорировать ее поскуливание и лай. А вдруг я только что убила ее, обрекла на голодную смерть? Это погибает банально, потому что не могу себе быть еды. Ну, знаешь, мне кажется, на самом деле выбор не так много. Либо погибнуть в машине с хозяйкой, либо на улице, возможно, возможно что-нибудь собрать. Больше шансов. Или, может быть, и на улице ее лай где-нибудь услышит, не знаю. Какой-нибудь тоже странный человек сюда заедет немножко. Услышит лай. Да, в тачке она точно быстрее умрет. Мы все здесь умрем. Ненавижу, ненавижу, ненавижу. Пока я проклинала себя, существо перестало ко мне царапаться, прекратились ли все эти звуки. Могла ли я отдохнуть хоть немного сейчас? Сдохни или умри, да. Видимо так. После истерики, сочёная словно зомби, я принялась запихивать себя уже подванившие грибы. Господи, еще больше! Мне нужна была вода. Хоть капелька. Казалось, еще немного, и я начну пить собственную кровь. Ой, мерзко. И снова я взялась за грибы один за другим. Чтобы не было мерзко, я задала их остатками корма. Эти грибы — единственное, что могло позволить мне продержаться. Я все еще надеялась, что меня спасут. Я хотела выжить. Как тебя, блин, спасут, если ты никому не сказала, что ты куда-то поехала? Как? В то же время меня грызло чувство вины. Но как я не пыталась заставить себя выйти за это, не могла. Да. Я тоже видела меж деревьев его. Кстати, довольно долго читаю, но это потому, что я очень много еще комментирую. Что если Айдов теперь в его руках, как креманка? Мне уже ее не спасти. Мне себя не спасти. Такой сюжет, что сама уже. Он не топ. Знаешь, на самом деле, может быть, это реально сюжет новеллы. Мы просто его угадываем. По ощущениям. Уж слишком быстро темнело. Без часов слегка... Без часов тяжело ориентироваться. Была ли я уверена, что нахожусь здесь всего пару суток? Или уже трое? Неделю? Я помню, мы читали одну новеллу довольно милую. Шелдон такой сюжет написала. Такой сюжет офигенный написала. Переделала все это в хоррор. Это было очень весело. Я не знаю. Где-то у меня на YouTube должно быть видео. По-моему, чат у меня там на экране был. Можно почитать его даже. Я бы зимой снова эту новеллу почитала. Было прикольно. Была ли я уверена, что нахожусь здесь всего пару суток? Или уже трое? Неделю? Чем дольше я пребывала здесь, тем сильнее чувствовала пульсирующий жар, сменяющийся ледяными мурашками жажду и голод, что выедали меня изнутри. Отравление, лихорадка, приход, обезвоживание, стресс, паранойя, паника. Но одно я знала точно, здесь внутри я пока в безопасности нет. Все вокруг становилось темно-серым. Может, выключить фары? Да, как меня найдут, если я не подам сигнал? Меня должны искать, у тебя же вроде бы мотор сдохнет. Аккумулятор, наверное... Хотя нет, может, аккумулятор еще жив. Он, наверное, работает отдельно. Ну, хотя не факт. Может быть, аккумулятор тоже уже успел сдохнуть. Уже должны. Меня не было на работе. Не смогла никому дозвониться. До тебя никто не смог дозвониться. Я должна подать сигнал. Решившись на это, я все-таки включила фары. Все же за это аккумулятор позволял это сделать. И пусть я боялась, что свет тут же коснется чего-то неизведанного, все вокруг выглядело жутко спокойно.
Я сидела на заднем сиденье, пожав колени, и смотрела на силуэты внутри салона. Мне больше ничего не осталось, кроме как ждать и вести себя так, будто меня и вовсе нет. Снаружи послышалась чья-то тяжелая поступь. Словно сам хозяин леса явился ко мне. Массивный силуэт стал перед фарами, уставившись на меня. Мне было страшно поднять взгляд на него. Но я должна была увидеть. Я надеялась, что это всего лишь дикий зверь. Что здесь все еще обитают нормальные животные. Я хотела увидеть Надежду. Я подняла глаза и... Скример? Лось! Здорово, лось! Теперь у него все нормально с рогами, кстати. Ох ты, на нем грибы растут. Смотрите. Грибы. На меня смотрело странного вида существо. Это просто олень пришел на свет. Реально отчетливо столь омерзительное, что цепко врезалась в память. Череп с огромными зияющими глазницами, раскиданные рога, раскидистые рога, странной неправильной формы тела, сплошь покрытые некими наростами. Грибы? Мы смотрели друг на друга. Этого взгляда я была все это время, касающегося моего нутра. Рога. Лося сожрет. Он видел меня насквозь, я была в этом уверена. И чем дольше это продолжалось, тем дольше я смотрела на него, тем сильнее мерзкий ком подкатывал к горлу. Существо не пропадало. Оно смотрело и смотрело. Ему уже нечего есть. Ну да. О! Игра не, кстати, классно. Ну, в смысле, классно выглядит очень. Рисовка. Затем меня вывернуло. Так сильно, что казалось, я захлебнусь и умру нелепой смертью прямо перед этим монстром. Будто он добивался этого, насмехался надо мной. Я уже ничего не видела, контуры расплылись. Меня рвало и трясло от ужаса. Как вдруг я почувствовала кучу инородных предметов по всему телу. Я хватала за какие-то мягкие штуки и пыталась их оторвать. Грибы? О, все, накрыло совсем. Я рвала их на себе, она сама себя сейчас раздирает. Один за другим, больно. Какие-то не отрывались вовсе, какие-то отрывались корнем. Глаза кошачьи. Ну, трясовка такая. Блин, если вы знаете Resident Evil 1, помните, там было чешется? Реально, прям так же. Ощущение. Дневник. Не помню, блин, кто там, охранник или кто он был. Забыла. Чешется вкусно или как там было? Прям очень напомнила. Какие-то не травлялись вовсе. Ну да, она на самом деле... Оно и умирает, как раз поэтому это логично. Я схватила за нож, чтобы срезать их. Не хочу. Меня прокляли. Прокляли, потому что я пошла в этот долбанный лес. Я не хочу. Нет. Я уже захлебывалась слезами. Боль становилась привычной. В конце концов, мой организм не выдержал потрясения. Это будет еще хлеще, чем все, что мы собрали. Но... Руки не слушались. Все тело цепенело, а глаза заволокло тьмой. Ты как слышишь, что осуждаем? Мы осуждаем наркоманию, осуждаем неподготовленные подходы, походы куда-либо. Осуждаем вообще вот это вот, что может к этому привести. И советуем вот так не делать. Новеллы учат, что так нельзя. Не разговаривайте по мобильному за рулем. Проверяйте, если с вашей машиной что-то не так. Всегда будьте на связи. Если вы идете куда-то в лес, говорите точно, куда вы идете своим знакомым. Старайтесь держать связь. Берите с собой все необходимые вещи. Если вдруг что-то случится, вам, например, придется остаться на ночь. Старайтесь ездить только в знакомые места. И проверяйте, чтобы населенные пункты или что-нибудь похожее было рядом. Чтобы, если что, вы могли попросить о помощи. Не собирайте подозрительного вида грибы. Если вы увидели что-то странное, лучше уходить оттуда. И если, например, вы нашли какой-нибудь там, как здесь было, кладбище или кости, валите оттуда, звоните в полицию, МЧС или проще какие-нибудь, не знаю, службы спасения.
Уходить оттуда. Не жарьте ничего на моторном масле и на мусоре. Вот чему началась эта новелла. Я желала лишь одного – проснуться дома, чтобы все это оказалось лишь кошмаром. Можно немного посмотреть на все. Да, пошутить можно, конечно, но... Конечно, понятно, что мы шутим. Но это самое... Мы сделали выводы правильные. В любом случае. Вы, конечно, пошутили про всякие вещи. Но это понятно, да. Не знаю, сон ли это был, и сколько я лежала вот так, прикованное кресло. Однако я все еще мыслила. Могла говорить сам с собой в голове. Могла понимать, что все еще что-то чувствую. Легкие постепенно заполнил более или менее свежий воздух. Ушей ласково коснулся знакомый звон капель. Приятный стук. Открыв глаза, я увидела, как вода стекает по стеклу. О, собака попьет. Я надеюсь, она не кинулась на кого-нибудь лося или ничего такое. Хотя, мне кажется, она бы наоборот его испугалась, спряталась бы. Собака хотя бы попьет. Надеюсь, она жива, если не все хорошо. И через вентиляцию, провонявший салон, наконец пробирался воздух с привкусом озона. Я позволила себе вдохнуть полной грудью. И пусть все тело ныло, а глаза и рот будто были будто в песке, я заставила себя приподняться. Дождь. Я приложила руку к стеклу, чтобы убедиться. За каждой каплей следовал приятный холодок. Я хотела спастись. Был ли это дождь мне знаком свыше? Видите, по тот лес, я, например. Да. Жажда сухо обжигала горло. Не то, что страшно навало тем, что тебя пугают всякие вот эти ужасы, которые она видела. Пугает тем, что человек не подготовлен и что с ним может случиться, по-моему. Ну, еще вот, кстати, кладбище жуткое, по-моему, все-таки. Если убирать, я хочу умереть под дождем. Если убирать, я хочу умереть под дождем. Не могу терпеть этого больше, не могу. Если умру, то хочу испить этого. Грибы. Не, грибы, я думаю, в принципе, можно есть, но лучше бы она их ела, которые собрала в самом начале, а не здесь какие-то подозрительные. Там, она чуть-чуть собрала, их можно было бы, в принципе, пробовать, не знаю, там, протереть или очень хорошо обжарить, но ветки нужны были бы какие-нибудь хорошие, или хотя бы, не знаю, на зажигалке, может быть, опалить как-то. Или, может быть, не знаю, найти газету об нее и съесть. Но она явно ела первыми сначала, которые ближайшие были, непонятно. Из сознания грибочка пошла на масло. Да, приходы были прикольные при этом, хочу сказать. Конечно, это неправильно, но да, они были довольно забавные. Интересно. Единственный плюс. Все остальное, это реально очень плохо. Я пыталась выдернуть гвоздик из защёлки, но пальцы не слушались. Даже такое простое действие теперь казалось тяжелым. Все, что я могла, начать крутить ручку. Опустив стекло, я выглянула наружу и с удовольствием вдохнула свежий воздух. Наслаждение после стольких мучений. Впору было прослезиться, но я словно уже выплакала все слезы. Я приподнялась на дрожащих руках, перевалилась через дверцу, ловля капли языком. Приятная прохлада крупных капель омывала меня, и казалось, что смывалось все плохое. Даже если тебя немного тебя отпустило немного, у тебя есть еще отравление. Ну, понятно, сейчас ты чуть-чуть обезвоживание по вот это вот пофиксишь, но да, у тебя как минимум отравление. И этому еще лихорадка есть. Я была готова раствориться в этом дожде. У нее, я так думаю, как и пищевое, так и... как назвать, от запахов отравления. Я была готова раствориться в этом дожде. Прикрыв глаза, я ловила воду языком, держась изо всех сил. Мне хотелось большего, я тянулась за всеми этими каплями, как вдруг руки подвели меня, и она вывалилась. Перевалившись через окно, я мешком рухнула на мокрый бетон. Ты закончила язык?
Это было бы уже совсем сурово. Охробетон, голова закружилась. Резкая боль прошлась. Стоп. Она же себя еще резала. Это тоже очень плохо, мы осуждаем. Она же еще себя, ей казалось, что на ней что-то растет, она себя все это отрывала и резала. Даже ножом. Значит, у нее там должны быть раны. Резкая боль прошлась от затылка к шее, от локтей к кончикам пальцев. Значит, у нее она еще должна хоть немного, но, блин, кровью истекать на самом деле там. Я сильно перевернулась на живот, чтобы пытаться подняться. Я лежала подле машины, пронизанная болью и слабостью. Картинка прояснилась не сразу. Айда. В этой бледной щели между дном и машиной на дороге виднелось нечто темное с большими блестящими глазницами. Чуть погодя, я поняла, что на меня смотрит нечто. Средь бела дня под дождем он торчался на меня, щетинившись, оголяя ряды острых клыков. Теперь оно было реальнее всего в этом мире. Словно это оно специально призвало дождь, чтобы выманить меня. Я пыталась двинуться ползти прочь, оно не стало дожидаться. Последнее в своей жизни, что я видела, это его мерзкая, страшная морда. Мое вялое, тяжелое тело пронзило острая, сильная боль. Меня разрывало. Кусок за куском я чувствовала, как разрываются мои жилы. Но я была не в силах кричать. Не в силах даже вдохнуть. Словно воздух был пропитан обжигающим болезненным ядом, а мои внутренности оголели. Оглены. Каждым нервом я чувствовала это предсмертное надругательство. Мой мозг отказывался отключаться до последнего, даже когда глаза заволокло алой просилующей пеленой. Верность после смерти. Найден новый опасный гриб. Леший байки из леса. О, 2007 год, мы почти угадали. Ты почти угадал. Вести недели, номер 40, 2007 год. Газета Вести недели, выпуск номер 40. Под заголовком «Верность после смерти» распогалась я от зачатой фото. Ну, не, я тоже думала, что это начало нулевых, но я думала немного пораньше. Там, не знаю, может быть, 4-й год, 3-й даже. А тут 2007-й. На заброшенной дороге был обнаружен труп молодой женщины, Снежана Н. Как установила экспертиза, подверглась падению со стороны хищников. Нет, это были не хищники. Предполагается, что ранее по какой-то причине ее организм сильно ослабили токсичные вещества, однако знакомые девушки утверждают, что та никогда не принимала наркотики. Да. Снежана погибла возле собственного автомобиля. Загадочное происшествие еще не дает покоя следствию. Неизвестно по какой причине, но девушка прибыла несколько дней на одном и том же месте, о чем свидетельствуют найденные улики. Даже единственным ему свидетелем стала собака, принадлежавшая погибшей. Именно она своим лаем привлекала внимание поисковой службы. Я же говорила, что от собаки будет больше пользы на улице. Лаем привлечет людей. Где воплощение Кеми, паблик раздала рабочих, ух, тут можно кликнуть. Список музыки. Больше информации разделили список, ну да, там это отдельный документ есть. Все из грибочков. Танцы. Надо проводить бесплатно. Рождение. Так. Окей. Это был локтап. Взял им. Да, собака выжила, все хорошо. Так. У меня вот есть немного еще навал. Думаю, еще одну можно какую-нибудь прочитать сегодня. Хорошо. Это, по-моему, что-то типа индекс симулятора. Так, а не вижу. Mm-hmm.
ночь, все понятно. Можем вот это посчитать. Сразу как она значит сломала все. Ну окей. Так, скорость текста. Окей, так. Она будет очень громкая, похоже, тут. Так, об игре. Извинение или совпадение. Окей, окей. Помощь. Клик колесиком. Окей, начнем. На экране теперь будет не грибы, а вырезание разных животных. Нет, тут... Либо... Нет, по-моему, другая есть. По-моему, другая какая-то. Там точно одна из новелл. Прям такой Яндер-симулятор. Я хотела очень почитать, потому что описание было забавным. Это похоже не это. Я по названию просто подумала так. Примешь ли ты меня? Клац-клац. Клац-клац. Фу, блин. Ты опять это сделал? Ты в курсе, что я ем так-то? Ха-ха. Кровь. Дима. Ха-ха. Ты все равно какой-нибудь фастфуд уминаешь опять, так что считай, что я берегу твой желудок. Вот бабочками. Лол. А, это типа переписка, окей. Но все-таки. Чувак, почему ты не можешь нарисовать что-то ванильное, а? Не знаю, мне и так нравится. Блин, она же плачет. Ты с своей девушкой будешь так же делать? Ха-ха. Подразумевая, что она у меня будет. Вот не надо из себя... Это все строй, чувак. Я помню, что у тебя есть подруга. И мне уже пора собираться, чтобы ее встретить. О, вы так решились? Пока-пока. Эй! Расскажешь потом, как все прошло. Клац-клац. А, это... Я понял, что за клац-клац. Клац-клац. Я, конечно, оставил клавиатуру в покое, и в комнате повисла тишина. Если раньше я отвлекал себя делом, разговором с приятелем, то сейчас остался наедине с собой, а ведь система в груди заныла, когда мысли о предстоящей встрече захватили голову. Что это? Я сжал футболку, словно пытаясь проникнуть пальцами внутрь себя и поймать это чувство. Хе-хе. Неужели это вот-вот произойдет? Ладно, лучше бы поторопиться. Телефон, сумка, кошелек. Я хватал по углам небольшой комнаты вещи, прыгая на одной ноге и попутно стягивая с себя домашнюю одежду. Расчетливость явно не мой конек. Тик-так, тик-так. Русые волосы по плечи. Голубое платье. Кажется, я улыбался как дурак с того самого момента, как заметил ее среди прохожих. Слушай, это... Но кого это волнует? Мы нашли неплохое место в кафе, и вот уже несколько минут бросали друг друга взгляды, делая вид, что увлечены напитками. О, это норма. Оля. Скажи, скажи, я же лучше, чем ты себе представлял? Я закашлялся, повернувшись кофе. Эстетические картиночки. Да, я определенно представляла тебя поскромнее. И вообще, я же видел фотографии. Ну чего ты? Живую же ты все совсем иначе воспринимаешь. Я вот точно не ожидала, что для первой встречи ты выберешь розовую рубашку. Эй, ты что-то имеешь против розового? Девушка рассмеялась, увидев мое серьезное лицо.
Все в порядке, расслабься. Она отлично сочетается с светлыми волосами на самом деле. Но тебе точно стоит поработать над лицом, потому что с такой серьезной миной можно сидеть разве что на кладбище. Или перед мамой после того, как она нашла твои рисунки в интернете. Фук, нарисована. Нет, это сердечко, и под ним часто рисуют там... Блин, я не знаю, как это объяснить, но, короче, это один из рисунок такой стандартных кофе. Сердечко. Так... Я криво улыбнулся, представив подобную картину. Тебе легко говорить, когда ты просто рисуешь милых девочек. Запей волом уже побольше интересного, и ты знаешь это. Ха-ха, да. Но это с моим это все равно не сравнится. Я художник, я так вижу. Да. У всех свои загоны. Некоторые вон до сих пор не верят, что я девушка. Ты всегда могла рисовать парней. Девушке мне нравится больше, и я даже не уверена, что смогла бы нарисовать парня. Не говорю уж о том, чтобы зарабатывать на этом. Чего только не сделаешь, чтобы не ходить в офис. Главное, что нравится. Да, чего только не сделаешь, чтобы не ходить в офис. Сидишь, стримишь игры. Там, кстати, сентябрь. Скоро начинается. Не такой клёвый, как прошлые года, но все равно. Хорошая штука все равно. Тик-так. Тик-так. Оля наклонилась чуть ближе в мою сторону и тихо произнесла. Меня немного напрягает, что те двое то и дело поглядывают на нас. Я понимаю, что ты сегодня особенно очарователен, но все-таки. Те? Ладно. В понедельник выходить из отпуска. Печально. Я вот... Скорее всего, буду фулл-тайм стримером. Делать всякие рукодельные штуки. Сейчас. Да, я просто в магистратуру хотела поступить, но не поступила, поэтому... Поэтому я буду стримить. Я не знаю, мне нужно еще будут заказы доделывать. Есть пора, но... Несколько устала уже делать. Закончим быстрее. Значит, что-нибудь новое. Девушка быстро потянула руку через стол и положила поверх моей, слегка сжимая. Стой, не оборачивайся. Магистратура. Я год назад бакалавр закончила. Хотела там другую штуку поступить, но там из-за того, что люди крайне организованы, программа не набралась. Поэтому... Весь учебный год я занималась другими вещами. Сейчас вот пыталась снова анлаки. Мне просто нужно было только набежать. Ну, анлаки. Ну, не важно. Менеджмент. Не хотела тоже менеджмент, но только... Я не помню, как называется специальность этой магистратуры. Инновационный менеджмент и чего-то там развитие бизнеса. Я хотела поступить, но... Ну, так бывает. Неважно. Зато не придется ездить слегка на другой конец города, общаться с людьми, половина которых явно будет еще супер-мега-параноиками из-за всего этого и просто, может быть, не самыми приятными личностями. И точно могу заниматься
тем, что мне может нравиться, и что может хоть немного доход принести и быть полезным. А там вот еще вопрос. Там бы приходилось делать научные исследования и прочее. Никогда не любила всякие даже курсовые рефераты, писать сочинения даже. А там я так посмотрела в программе на семестр уже. Нет, там даже на год программа. Два отчета по научным исследованиям сдать. Сразу же магистерскую писать. Ой. Я замер и приспросил: «Тише, кого ты имеешь в виду?» Один в белой футболке, в голубую полоску, а за ним мужчина с бородой и в шляпе. А, я вроде видел, да. Хочешь идти?» Мы сидели так минуту или две, прежде чем Оля отодвинулась, наконец ответила: «Нет-нет, извини, что напугала. Они вроде уже расплачиваются». «Хорошо. Слушай, какой по счету коктейль ты уже пьешь? У меня только вторая чашка, и это уже тяжеловато». «Не так часто упадает возможность оторваться за чужой счет». «Эй, стой. Когда мы решили, что оплачиваю я?» «Так, ну смотри. Если ты ее пригласил, то оплачиваешь ты. И если вы заранее не договорились, то вы счет оплачиваете по отдельности. Потому что по правилам тот, кто пригласил, тот и оплачивает». Походу, у меня опять было что-то не так с лицом, потому что девушка тут же засмеялась. «Шу-шу-шу, ты просто забавно реагируешь». «Ну а вообще-то правильно». «Нормально, мне мысль ничего. Бесполезно, на трата же. Просто спасибо жизнь». «Ну это да. Ну, мне просто как-то нужно было чем-то заняться, и плюс я скорее больше это ради стипендии хотела, и ради всяких там дополнительных плюшек, типа дуже скидки на Spotify. Ну? Ну и плюс, может быть, просто куда-нибудь положить и посмотрите, я магистр. Все такое, но... Там сейчас очень много бесплатных курсов всяких есть в интернете. Я там уже даже на какой-то... на 2 или 3 даже записывалась, помню. Летом. Если там в сентябре-октябре начинается, можно будет просто смотреть видосики. Что-нибудь изучать. Может даже сертификат какой-нибудь там вроде бы получить. Можно. Но это такое, скорее, больше для общего развития все. Так мне есть чем заняться на самом деле. Если еще все будет хорошо с командой, или может быть, не знаю, с командами, кто знает, как там будет, то будет хорошо. Не, ничего особо не поменялось. Фиг разницы, есть у тебя диплом, у тебя нет. Неважно, бакалавр или магистр, или специалитет, ты... Это не факт, что даст тебе преимущество при приеме на работу. Ну и магистратуру реально многие идут, чтобы просто все это оттянуть. И как-то искать работу или вот так параллельно работать. Пока ты думаешь, чем ты хочешь заниматься, например. Пацаны идут в магистратуру, чтобы от армии откосить. Ну, подольше. Там у меня у одного одногруппника вообще был целый план. Он закончил бакалавр, он сейчас поступил в магу, он хочет пойти еще после этого в аспирантуру, потому что тоже там какая-то срочка есть, и потом уже найти жену. Что-то такое, какой-то прям план был. Скоро за окном потемнело, и мы стали собираться по домам. Мне кажется, я эту картинку видела. Прям вот одно. На улице не было ни души, поэтому мы могли позволить себе спокойно прогуляться, прежде чем разойтись. Ну там он таким образом типа планировал какого-то возраста достичь, когда уже не забирают там 28 лет, по-моему, теперь. Там как раз по вот этим срокам, как он посчитал, оно должно быть. Как раз там типа свадьба, отсрочка, потом типа если ребенок, отсрочка, вот все, тоже как раз. 3 года выдавался, и после университета. Мне кажется, что лучше как-то... чтобы это было более добровольным. Потому что кому-то это идет в пользу, кому-то это, наоборот, либо делает хуже, либо в ноль, скажем так.
Получается, что год потрачен у человека. Не говорю, что это у всех так. Но мне кажется, что если бы это было более добровольным, было бы больше пользы, может быть. Там человек, который... которому это не так нужно, и который на самом деле не предрасположен, даже если он по этим показателям годен, он мог бы сделать что-нибудь более полезное на гражданке. Это такое мое мнение. Мне кажется, что для первой встречи все прошло очень даже неплохо, да? Мы давно общаемся, так что не то, чтобы это первый раз, когда мы заговорили друг с другом, разве нет? Но это немного разное. Да, но все равно было страшно косячить. Ох, как я понимаю. Я взрослая девушка, и тяслась без понимания. Я даже взяла таблетки, которые помогают при расстройстве желудка. Еще есть освежитель дыхания. Брызнуть? Ты издеваешься, да? Приятный запах еще никому хуже не сделал, между прочим. Я вздохнула, подняла руки в знак поражения. Знаешь, все-таки я поражает, как что ты так открыто. Я же только что объяснила. И ты видела мои рисунки? Неужели совсем не было последнее, что я могу, ну... Девушка взглянула на меня и улыбнулась. Отставить панику. Это просто рисунки. Да и куда тебе? Я смогу сдуть тебя с освежителем, если захочу. Ха-ха. Да, пожалуй, не знаю, кто будет меня опасаться. Зато нас будут. Пам-пам-пам. Так. А? Так, это в какой они подвороте завернули там? Все так плыло перед глазами, что я не сразу понял, что происходит. Голова жутко ныла, чему не помогал тот факт, что я, походу, лежал на холодном бетоне. Писали, как он в других странах. Ну, да, вот, что-то прям так же. Я говорю, по желанию. По факту, это же именно по желанию. Профессионально. Сил что-то делать явно не было, поэтому я попытался хотя бы просто понять, что происходит. Мы возвращались домой с Олей, и, судя по всему, кто-то хорошенько приложил мне по голове чем-то увесистым. Вдох. Выдох. Окей. Я жив, и это уже неплохое начало. По лбу скатилась капелька пота. Спокойно. Раз не убил, значит, есть вероятность, что не убьет и потом. Ну да. Попробуем смотреться. Звездное небо видно не было, а вместо этого взгляд упирался в мрачный потолок. Затащил в помещение. Его дом, убежище. А где Оля? Вокруг довольно темно, поэтому за окном явно стояла ночь, но зрение потихоньку приходило в норму, и можно было условно разглядеть то, что происходит рядом. Грязь, серость, бедность. Даже стекла выбили. Скорее всего, я на какой-нибудь заброшке? Ладно, что еще? Кажется, кто-то разговаривал. Я приподнял голову и буквально в паре шагов от себя увидел мужчину. А, хе. Насадно, но почему-то первой эмоцией был именно смех. Над тем, как все глупо сложилось. Я посмотрела еще пару раз мужчину в белой-голубой футболке. А, к черту. Сейчас уже поздно думать об ошибках в прошлом, и лучше сосредоточиться на том, чтобы моя голова осталась на моих же плечах. Мужчина на вид был довольно крупный, лет 30. Явно несколько лет старше меня, да и не с моим телом пытаться бороться с... такой горой. Так. Мы любовь, похоже, должен взять мозг. Ну да.
Хотя бы... Как сказать? Хотя бы у тебя оно было не то чтобы потрачено. Вот. Непонятно где. Хотя бы хорошее место было. Может, еще там что-то полезное было, там, не знаю, с кем-то познакомился и там платили, например. Не знаю, вроде бы платят, да? Может, платили еще тоже нормально. Еще какие-то полезные, относительно хотя бы полезные вещи. Так. Он не замечал меня, поэтому я постарался глядеться дальше и понять, с кем он разговаривал. Борода, ты правда оказался здесь же, но сидел чуть дальше. Он тоже не смотрел в мою сторону и, нагнувшись, что-то увлеченно изучал над... под собой. Ладони запотели. Стойте. Стойте, стойте, стойте. В голове что-то полыхнуло и рванулся вперед, забыв о своем состоянии. Оля! Ноги тут же подкосились, поэтому... Секунду.